Добрый день, дорогие господа. Сегодня сюда направь. 10 июля 2021 года. Время 15:49. Температура за бортом 34 градуса. И я еду. И суббота еще причем сегодня. И как вы думаете, куда я еду сейчас? Я еду на прививку. Прививку от ковида. И, короче, осталось 30 минут до того, как я зайду и сяду на этот стул, и мне вколят. Я собираюсь делать Джеймсом. Тебе надо было сказать, что Джеймсом? Джонсон. Ну, посмотрим. Может быть, Джонсона не будет, будет AstraZeneca. А мне, как этому самому хозяину Опеля, Астра как раз должна хорошо зайти. Я вообще, как хозяин Опеля, я должен даже Астру попросить. Потому что, ну как же, Астра. Которую тебе нельзя. AstraZeneca, да. Но ее вроде как будто нет. Короче, ну, тебе ее и нельзя. Ой, все время опять говорю, короче, как мудак. Сейчас дорогу поснимай чуть-чуть. Потому что это красивее, чем я, 50-летний. Старик. Вот. Попробуем снять. Там со мной едет мой замечательный оператор, бессменный. Попробуем снять вообще все, что будет с нами происходить. Возможно, сам укол снимется. Может, не снимется, не знаю. Потом 15 минут надо сидеть, типа, ты умер или нет. Ну, так, чтобы решили. Это на Краста находится, там где-то за Лидо, вот этот вот, куда мы едем. Краста 60. Такой дяденька на меня так смотрит, и такой едет на меня и смотрит, такой типа, о, какой будет эффект от этого. А какой эффект? Никакого эффекта. Ну и посмотрим, какая у меня прошивка будет после, как я буду себя вести вообще. Может быть, заговорю на иностранных языках, может быть, еще что-то. Не знаю, какой эффект там бывает от Джонсона. Если Джонсон будет, конечно. А то может быть всякое. Подъезжаем к этот центр такой большой, вакцинация центр. А тут, кстати, этот Opel центр, в котором я обслуживаюсь его. То есть, короче, мог бы Opel сдать на обслуживание и самому пойти привиться, а потом, знаешь, так после прививки палец в USB засовываешь сюда и считываешь всю информацию, что сделали, знаешь, это. Ну, волнуешься? Вот. Время, да, да, вот что-то мне сыпетно. Время 16:04, ну это тут на 2 минуты. В общем, 16:24 время. 24 ровно. Релакс. Фу. Ну да. Релакс. Пока послушаем песенку Джо Дассена. И расслабимся. Или мы пойдем, выйдем туда, посмотрим, что там. И я там. Ну, в принципе, наверное, 10 минут подождем и тогда зайдем. Вот такие дела, выключай. Не знаю. Посидели мы тут 10 минут, как планировали. Зашли, а там живая очередь, оказывается. Можно было заходить туда. Идешь. Говоришь, какую тебе вакцину, можешь и Pfizer, и Moderna можешь, и этот Johnson, пожалуйста. Вот, зашли там, сначала пойди туда, расскажи это, там, какие-то у тебя были болезни, может быть, недавно, вот там BMW едет, мы сейчас так, ай-яй-яй, BMW, ай-яй, BMW, помешали BMW мы. Чего, я уже привитый, я скажу, я привитый. Вот.
Он тоже привитый. А он скажет, а я два раза привитый. Ну и все тогда. Тут выездов даже нет. На волю отсюда. Так, нам бы налево повернуть. А мы так едем прямо. Сейчас мы сделаем разворотик классический. Ну, в общем, чувствуется этот укол. Почувствовал я укол, почувствовал, как стало набухать это место и как стало расплываться. Вот. А, что это я? Я же добрый человек. Ну и сейчас вот левая рука чувствуется, это место укола. Я его чувствую. Итак, как будто стало чуть-чуть подташнивать, но с чего подташнивать-то, господи? Выпил... Да, меня тоже. Да, тебя тоже? Выпил водички, ну, как будто ничего. Вот сейчас поедем домой, заедем максимум, купим несколько бутылок вина, отпразднуем нашу вакцинацию. Шутка, шутка. Ну, в максиме, правда, скидки на вино 40%, это вообще просто чудо. Но нет, поеду домой, буду дома сидеть. И наблюдать за своим организмом и записывать видосики, если что-то придет мне в голову. И, в общем, до завтра буду дома сидеть. И наблюдаться сам у себя. Ну так, чувствуется. Чувствуется, что укололи, чувствуется, что пошло. По венам пошло это. Все, больше говорить нечего. Чего-то накатывать начинает на меня. Я такой чувствую, как этот человек из фильма «Лолита». Когда его подстрелили, он едет такой. Вот такой. То полосу меняет постоянно. Но я полосу не меняю еще. Но как будто какая-то тошнота подкатывает. Рука чувствуется, там место прививки. И плюс еще как будто тело прозванивается. Раз, я начал чувствовать спину, там, где у меня была шишка. Раз, в ноге чего-то кольнуло. Как будто вот прозвон этих органов организма происходит. Хотя прошло 30 минут. Или это у меня... Или это у меня чисто вот в мозгах происходит, на нервной почве, или ну как-то уже стал чувствовать себя немного того, пресс немного болит, ну так вот, все, пресс. Когда я приехал домой, я почувствовал слабость, и мне захотелось спать. И я прилег и закатил уже глаза. Поставил Андриана Челентана и приготовился засыпать, возможно, вечным сном. Я закрываю глаза, потом открываю глаза, рядом жена щеткой что-то метет пол, протирает пол и говорит так: «Ну что ты тут валяешься? Сходил бы, что ли, за хлебушком?» И вот я как-то после этого проснулся и почувствовал бодрость. И сходил, поел шашлычка там, все. А сейчас померил температуру, время 22:45. Померил температуру 37,1. Вроде как бы нормально все. Теперь будем ждать, что будем ждать завтрашнего дня. Пока. Включи.